Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно бюджетном, но в то же время качественно изготовленном балансире от компании Aqua. Моделька называется Long Dead 9. Данный балансир у нас поставляется в такой вот упаковке. Балансир у нас имеет длину 95 мм, а вес данного балансира составляет 22 грамма. Расцветка в данном случае 0,01. Рабочая глубина по указанию производителя от 0,5 до 20 метров. Здесь установлены японские крючки, что одинарный, что тройничок от компании Ultra C. В данном случае тройник у нас имеет 0,8 размер. Сам балансир у нас выглядит таким вот образом. Очень длинный балансир, ну, в принципе, из названия Long. Это понятно. Балансир у нас прогонистый, то есть он не толстый. Он больше такой, скажем так, прогонистый, миношный. Балансир имеет такую более округлую форму, то есть брюшко у него не плоское. Детализация здесь выполнена очень и очень отлично. Имеется имитация насечки в виде чешуи. Имитация также боковых плавничков. Тут 3D глаза. Ну, классная детализация, на мой взгляд, здесь абсолютно. Спинной плавничок здесь также есть. И мини такой плавничок под хвостовым стабилизатором. Хвостовой стабилизатор здесь специально разработан компанией Aqua. Он, по заявлению производителя, способствует более легкой игре приманки и классной стабилизации данных приманочек. Крючки японские, повторюсь, компания Ultra C. Здесь нареканий не вызывает. Тройник тоже у нас япончик. Застежка такая, скажем так, быстросъем. Здесь, в принципе, можно без проблем поменять крючок. Кстати, хвостовой стабилизатор визуально довольно-таки качественно проклеен. Я думаю, проблем здесь в последующем не должно с ним быть. Приманка обладает довольно-таки длинными проходами. В бок от лунки отлично, на мой взгляд, подойдет в виде поисковика. Подойдет данный балансирчик для ловли щуки, судака, либо ну, такого более ближе к крупному окуня, ну и, соответственно, крупного. На вертикальном покачивании, в принципе, балансир тоже довольно-таки, на мой взгляд, неплохо себя ведет. Ну, визуально балансир и по игре мне, в принципе, понравился. Особенно если учесть ценник данного балансира. И качество изготовления здесь очень и очень отличное. Балансир можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.